Так, теперь предлагаю, точнее не предлагаю, а уже мы этим занялись, взвесить глыбу, убирая руку. Весит она 12605, уже чищенная. Сейчас взвесим крошку и поймем, какая была у нас потеря. Глыбка очень сухая, но вы, я думаю, заметили это по чистке. Предварительно я сейчас сыплю всю эту крошку с осколками грязными в пакет, для того, чтобы мы взвесили уже без тары. Такое количество грязной крошки, которая идет просто на выброс. Попозже я сниму вам именно полноценный выпуск, как я навожу порядок в меловой комнате, где остаются вот эти остатки, которые идут на утилизацию. Мы сейчас посмотрим с вами, какой вес крошки за минусом ушел от нашей глыбы. Частично рассыпалась, ну ладно. Это частично она рассыпалась, но не страшно, мы поймем. Этого достаточно нам для того, чтобы провести, скажем так, сравнительный анализ. Так, убираю руку. Ребят, практически 2 килограмма крошки, которая просто идет на выброс. Вот еще раз можете убедиться. Тут еще какие-то кусочки у нас попадаются. Выбракованная крошка практически 900 грамм. Я пока вам тут снимала обзор остатков, какая будет разница между чищенной глыбой и крошкой, сколько теряет мел после чистки. И мне как раз поступил заказ на 20 килограмм в город Дербент, в Дагестан. Поэтому я еще дочистила глыбки. Некоторые уже упаковала. Сейчас отвезу на транспортную компанию.